А, все. Проверка связи. Раз, два, раз, два. Что, нас слышно? Мы в эфире или нет? Да, сейчас, сейчас. Или можно еще в носу ковыряться? Нет, лицо видно. Говорить можно было всякие гадости. О, я в группу зашел, там 40 плюс человек. Да так люди мне уже пишут, 21 приучил. Мы с 20 перешли на 21, чтобы это с работы люди спокойно пришли, поели. И уже на ночь, чтобы заснуть хорошо, там раз. Идет какая-то. Все, всех слышно? Тогда не будем затягивать. 22:30, извиняемся за 30 минут. У нас тут нестыковка. Москва, Киев. Про Саратов вообще молчу. Вот, так что можно начинать. Давайте, начинайте, ребята. Я подключусь чуть позже. Окей. Саша, ты начнешь или я начну? Мне тут интересный вопрос такой в личку написали. Начинай с вопроса, а дальше подтянемся. Окей. Ну, в первую очередь хочу сказать, что я считаю, что не бывает глупых вопросов. Самый глупый вопрос – это тот вопрос, который не задали. Интересный вопрос тем, меня сегодня попросили озвучить в лайве. Цитирую дословно, как ты думаешь, почему никто из коучей не соглашается обучать бесплатно за результат? Ведь это было бы очень логично, коучи обещают научить зарабатывать деньги, соответственно, я бы мог заработать и впоследствии оплатить обучение, да еще и насыпать сверху в качестве благодарности. Вот. Саша, хочешь, если у тебя есть желание, ты можешь прокомментировать? Я готов ответить, потому что это на общие темы, я как раз на такой вопрос готов ответить. Не знаю, у вас там какой опыт, у меня есть свой опыт. Я, в принципе, не против, и на самом деле с некоторыми работаю. Первый момент. Я вообще не инфобизнесмен, вообще как бы против этого всего был всегда, и плевался, и все такое, но опыт показывает такое, значит. У меня есть несколько людей на данный момент, с кем я работаю в доле, это в основном мои друзья. Вот, я с них, ну реально вообще денег взять не могу. Я говорю там, я готов, то есть вас полностью обучать, что хотите, делайте. И, соответственно, запускать. Вот эти люди запускаются намного дольше. Денег не заплатил, это реально, вот что бы ни сделал. Я не такой. Ну вот мои друзья, вот те, кого я знаю, притормаживают они все равно. Когда у тебя есть тайминг, он лучше. Даже на данный момент мы сейчас делаем, пытаемся масштабировать вот это вот дело и пытаемся сделать какое-то, ну, меньше личного общения, а больше давать информации систематизированной, так скажем, и подытоживать это все. Но вот я сейчас думаю, то ли блоками это давать, то ли давать вот это вот тупо понедельник урок, вторник задание, в среду проверка задания, в четверг общий собрание. Вот это меня бесит. Я когда это все смотрю, мне это не надо. Я в школе хуже учил, чем в институте. Мне надо раз в квартал там ее сдал сессию. Привет, гуляй, свободен. Хочешь, работай. Меня убивало, что я учился очень хорошо, еще и не ходил на уроки. Я говорю, так мне вообще медаль, е-мое, просто надо дать, е-мое. Тут люди ходят, неплохо учатся. А я вроде ничего учусь и не хожу. Зачем за пропускание? Ну я же отчитываюсь, я же все четко. Разные люди по-разному. Из-за этого... А у всех своя схема. Первый момент. Второй момент. То есть это вот именно культура и самоконтроль. Очень мало кто так может. Особенно те, у кого есть другая работа, там другие заботы и так далее. То есть кто вот не поставил себе цель, и вот когда уже все мосты сожжены, вариантов нет. Вот. Второй момент. А как вы оцениваете долю, например, моих знаний? То есть, ну, я могу оценивать, например, такая схема, кто готов, в принципе... Ну, мне мелкие проекты неинтересны, в принципе, в них участвовать. А команды мы еще не собрали, чтобы в очень крупных участвовать. Ну, например, я готов там, ну, я не знаю, там, например, человек 100 тысяч вкладывает, грубо говоря, 50 на 50, нормально? То есть, да, а если вкладывать там, основная масса людей вкладывает десятку и 50 на 50, даже, то есть, мои знания я оцениваю в 5 тысяч. То есть, если я, например, у меня сейчас обучение 3 тысячи, я их 100% получу. И при условии, что я еще полный возврат делаю, если людей не устраивает. Если вот на самом деле вот эта вот суета ее идет, вот о том, вот, а если вот так, так я деньги возвращаю, в чем проблема-то? У меня за всю историю 2 раза деньги забрали. Вот, без проблем, я здесь, я
ну, не могу сказать, что я публичная личность, но куда я денусь на самом деле? Мне деваться некуда, ё-моё. То есть я по-любому отдам, мне эти деньги не принципиально. Единственное, я прошу, ну, давайте хоть совесть иметь, там, первый месяц, там, скорее всего, не знаю. У меня первого месяца нет раскачивающего, как во многих местах, где люди не получают информации, а просто занимаются своей фигнёй, и у него есть месяц на то, чтобы отказать. У меня сразу 100% информация идёт, сразу. Первый месяц мы уже практически со многими выбираем товар. Ну, по крайней мере, технология выбора товара точно есть. Все доступы есть, все есть. Вот. И у нее есть возможность вернуть бабки. Первый момент, второй момент, поскольку вы наши знания оцените. То есть предлагайте им это, то есть на что-то. Вот в этом отношении это всегда. А то, что, а я потом дам, ну, у меня есть реально случай, когда человек раскачал аккаунт, там десятки тысяч долларов начал зарабатывать, и чувак, когда получил эти бешеные бабки, он просто там один раз заплатил, два раза заплатил, хотя договаривались на долю. Реально. И он просто, это, в принципе, известный тут человек, ну, как бы он это, сам об этом не рассказывает. И он просто-напросто, тот партнер начал везде рассказывать, ты кто такой, там, типа, мои все бабки, мои. Ну, помог ты мне, ну, я же тебе два раза уже заплатил. Ну, вот и все. И за это эти разговоры на начальном этапе, когда вы начнете получать, например, предположим, гипотетически, у меня такие есть варианты, по 30 тысяч чистыми, я посмотрю, когда вы будете от сердца отрывать пятнашку, ё-моё, каждый месяц. Постоянно. Постоянно. И потом вспомните, что вы не заплатили. И мне это будет очень весело и на это смотреть просто. Ну, их пример говоря, на самом деле так и есть. Вот. Плюс доверие, плюс всякий момент. На самом деле, сейчас проблем нет забанить вообще. Раньше, год назад, я за это переживал. Сейчас убить любой аккаунт вообще как делать нечего. То есть, если кто рассчитывает, например, сделал это, как делать нечего убьют. Любой аккаунт. Вот и все. Торговая марка у вас там, хоть бренд-гейтинг делайте. Вот, так что, я думаю, достаточно. Просто я уже с этим столкнулся очень много, постоянно эти вопросы есть, и я с удовольствием на него отвечу. Я думаю, у вас то же самое есть. Ну, у меня несколько другие наблюдения, но они похожи. Ну, расскажи, теперь просто я свое рассказал, то есть. Мне сейчас интересно, что как Саша прокомментирует, и я потом просто хочу поделиться наблюдениями именно из первого потока. Ну, у меня наблюдение немножко из третьей области. Я просто вижу, что когда человек не платит, он более халатно относится к информации. Я с этого и начал, как бы. Информация стоит бесплатно, почему-то все думают, что можно все найти в интернете. Оно, наверное, можно, если посидеть там годик, второй, в сотню групп, там ежедневно отслеживать какие-то посты, все записывать, отслеживать, постоянно экспериментировать и так далее. Когда тебе дают выдержку там двухлетнего опыта в течение месяца до 4 человек. Ну, не знаю. Мне кажется, что чем дороже это тебе достается, тем ты больше это ценишь, по сути. Ну, вот то, что я наблюдаю вот, во всех этих курсах. И вот, вообще и в инфотематике. Как бы дальше уже даже подстегивает. Ты там заплатил несколько тысяч, то как бы, ну, зависит от достатка. Если я там зарабатываю, там, не знаю, одну сумму, там 10% для меня это можно и потерять на самом деле в какой-то момент. Но может даже не жалко. А если я там зарабатываю одну сумму и там мне нужно за курс отдать половину месяца, а то и месяц, а то и полтора, то тут уже немножко другая жаба включается. Мотивация вот. Хорошая. Мотивация хорошая. Да, как поделить вот партнерство, на самом деле очень сложный вопрос, на самом деле. И партнерство, оно тоже эволюционирует. Я работаю вот весь этот год. Вот Лена, это, грубо говоря, мой третий партнер. Вот у меня был в начале года один партнер. Мы с ним отлично разошлись там. Ну, изначально мы просто там очень все формально и скрупулезно прописали, и договорились и так далее. Мы разошлись, никаких претензий. Сейчас мы работаем со вторым, а с ним немножко все сложно. А вот неплохо, но сложнее. Вот. С Аленой у нас третье условие, тоже мне все нравится. Но как договориться с человеком, которого ты заранее не знаешь, он там какой-то лоботряс или будет вкалывать, как Папа Карло, и у него реально все пойдет, я не знаю, как это прогнозировать. Да, и действительно, я согласен с тобой абсолютно, Денис, что каждый месяц стягивать какую-то сумму, как-то как в кредите, да, берешь чужие ненадолго, возвращаешь свои навсегда. Вот здесь один в один ситуация. Мысль закрадывается, просто постепенно начинает человек это самое, кто считает, что он перерабатывает, всегда вот это вот неравенство.
Вот, если ты, например, на этом, особенно если это люди касается тех, которые, представляешь, вот у меня там 6 аккаунтов, там я где-то больше, где-то меньше. А предположим, у человека один, и он там реально жирный, и он только на нем сконцентрирован, и он просто как от сердца отрывает ему, каждый раз это все будет тяжелее и тяжелее. Вот, из-за этого все это относительно, плюс гарантии, плюс какие-то моменты, а третий момент, да вообще пофиг на это обучение. Да нет и нет, Вима, то есть я вообще никого не уговариваю. Здесь подход совсем другой, то есть вопрос подхода, если ты... То есть на данный момент я не вышел на тот уровень, когда профессионально к этому относишься. То есть я сам себя воспитываю и говорю, не звони, я всем пишу. Да без... звони, короче, то есть мне просто лень писать. Вот, а мне проще поговорить, я себя заставляю там, а там это как его звать, лучше отпишусь, лучше это, лучше то. Потому что я на днях разговаривал еще с человеком, он говорит, но лучше все равно сделать так, чтобы тебя не дергали, не в плане даже твоей там надменности или еще чего-то, а именно чтобы тебе человек подготовил этот вопрос раз в неделю, например, все, блок. Ты на него ответил и закрыл вопрос. А не так, что человеку лень там, я не знаю, ссылку найти просто, вообще кайфолом что-то делать, и он тебе каждый раз спрашивает, любыми вопросами заваливает. То есть много-много таких вещей появляется, о которых ты даже не задумываешься, когда этим никогда не занимался, то есть нет опыта. Ты думаешь, что это все легко и просто, но на самом деле даже вот эти элементарные вещи. И когда бывает, вот я говорю, мы же сейчас практически обучение вообще прекратили, то есть, но мы цену подняли до каких-то нереальных вещей, вот, чтобы сконцентрироваться именно на качестве, во-первых. Потому что я понял, у меня в октябре или в ноябре, когда я вот в Минск поехал, у меня был просто, я реально думал, на поезде поеду отдохну. У меня, короче, сообщений было по 50 сообщений. Я одному отвечаю, у меня еще, то есть они просто набегают, я просто понимаю, что все, мне проще телефон выключить. Такого у меня никогда не было, потому что у меня всегда как-то разбито. Нет, у меня просто как-то всегда по полкам разложено. То есть я на какой-то уровень выхожу, я раскладываю как-то, раскладываю. То есть всегда я свободен, ну, достаточно. То есть. Но бывают такие моменты просто критичные. И вот принимаешь решение, что надо как-то это самое, то есть что-то делать. То есть вот сейчас я несколько человек, у меня есть помощник там с Китаем, есть помощник. Полностью я услуги убрал вот на Анну, потому что я просто не справляюсь. Вот бухгалтерию вести, отчетность, там все вот эти вот деньги, там денежные вопросы все равно. Так же и здесь вот по обучению. Ну, короче, это самое. На самом деле практически таких вопросов уже 100 лет не задают. Задают в основном люди, которые не знаю. Я трачу на это достаточно времени. Я вот этими общими лайвами собираю. Точнее, для чего я это делаю? Чтобы мне меньше звонили, короче. То есть я просто, когда мне начинают спрашивать, реально я говорю, посмотри, пожалуйста, у меня много часто бывает, человек просто, я понимаю, лайф на 2 часа кайфолом, ну, про реально кайфолом, то есть вот я чувствую, я с ним общаюсь в переписке, ему лень посмотреть 2-часовой лайф, ну, зачем ему это надо? Он мне задает вопрос, я ему пишу, посмотри лайф, он мне задает вопрос, я говорю, посмотри лайф, я ему 10 раз так отвечал, конечно, я так понял и не нашел. Но если человек не понимает, я же не могу ему помочь. Вот, там все подробнейшим образом. Сейчас посмотрим. Ну, интернет есть, ничего страшного, сейчас отвиснет. У меня с самого начала висит. Правда, там Алена в красивом ракурсе, но... Да. Так что люди, можно сказать, сейчас, не я... особо расстроены. Вот, да. Если бы мое лицо было... Сейчас посмотрим, я и сам... Ну, лучше отвиснуться, чтобы не было Алена. Сейчас, секунду, я проверю на телефоне просто. Да тут все, что хочешь быть. Так, телефон. Ну, нас слышно, пока как бы ты проверяешь, я... Слышно, но не видно. Ставлю немного по поводу вот этого вот момента, там, почему бы не учить бесплатно. И мы когда вот запускали первый поток, мне несколько людей там писали в личку, уже будучи в группе, в курсе, они мне писали, вы своей ценой такой дешевой убили всю ценность курса. Я не могла никак их понять, ну... Мне наоборот казалось классно, мы сделали очень доступную цену, потому что мы сами, для нас это первый был опыт, мы сами обкатываем курс, и в чем как бы недовольство. Вот. Но у меня есть как бы такое хобби, я люблю наблюдать за людьми и подмечать такие всякие поведенческие штуки. И где-то на 4-й неделе, ну первый чуть раньше, а так уже более... по более количеству отзывов пошло на 4-й неделе о том, что я отбил курс, спасибо, там, ну, какие-то скрины люди стали выкладывать, в личку писать.
И, Денис, если тебе видно комментарии, вот мне интересно, вот из тех, кто смотрит лайв, как вы думаете, что произошло после этого, когда люди стали, ну, где-то там 30% людей на четвертой неделе стали писать о том, что они отбили курс. Вот что стало происходить дальше? Пока ничего не пишут. Есть какие-то мысли? Сейчас подождем. Можешь твои предположения сказать, что дальше происходило? Мои предположения? А это где было, в группе, внутри или снаружи? Да, внутри группы. Ну, где-то там четвертая неделя курса, и стало, ну, порядка там, может быть, сначала там 15, потом чуть больше, больше, и, то есть, и потом там к пятой неделе уже процентов 30 людей, они Дмитрий стали написать о том, что я отбил курс, спасибо. Дмитрий написал, цену подняли, как 30% бабки отбили. Нет. Да, ну, те, которые, я бы, наверное, на месте тех, которые не отбили, начал спрашивать у тех ребят, это самое, то есть за счет чего, то есть что они такое сделали и куда они пошли. Но это я. Чуть-чуть перефразирую вопрос, что стало происходить с теми людьми, которые отбили курс уже на четвертой неделе? Ну, а что с этими людьми стало? Да. Ты хочешь сказать, они пошли курсы продавать тоже? По второму учить всех пошли, что ли? Я не знаю. Я не понимаю, даже к чему ты клонишь? Мне кажется, они пошли пахать и все, ё-моё. А что там еще делать? Капуста пошла. Ты как мне сегодня, товарищ, мне позвонил, говорит, я хочу мясо это самое, то есть кровь почувствовать, ё-моё. То есть просто нормальный человек, который занимается бизнесом, ему надо зацепиться просто зубами. Вот он вцепился, он понял, что да, оттуда идет капуста, ё-моё. Все. Все, им не надо ничего объяснять, мне не надо учить меня. Я для технических действий, мне интересы какие-то, то есть там какие-то, ну, такие нюансы. Но все, ты понял, ты начинаешь масштабировать, тем более в вашем бизнесе он, его повторяешь, улучшаешь, повторяешь, улучшаешь. Так, что тут, ответы, ну, короче. Вот так вот, как ты сказал. Есть еще варианты? Сейчас, сейчас, ответы, значит, папа. Дорого время. Сейчас, сейчас, найду. Стали продавать другим, перепродавать ваш курс. Легкий шок у тех, кто отбил. Просили вернуть деньги. А вот, Юрий говорит, я знаю, что произошло. Ну ладно. Дальше, ничего больше. Илюха, я просто не понял, что ты написал. Произошло то, почему вот Саша даже, он переживал, и у нас упала посещаемость вебинаров. А, ну, логично. Вот эти вот 30% посещаемость вебинаров упала. И как бы, когда мне Саша написал, что он переживает по этому поводу, я предположила, что, ну, а может быть, люди, как ты сказал, да, ринулись в работу, потому что у них пошли первые деньги, и то есть они отбили и вообще, что ли, мы просто перестали работать, все мы что ли? Процентов 5, наверное, ну, может быть, там 7, поступили вот так вот, как ты сказал, да, то есть люди стали увеличивать количество работы, они стали экспериментировать, наращивать обороты и так далее. А остальные, они просто, ну, как бы, вот в каком-то стали вялотекущем режиме. Ну, то есть не хватает мотивашки. И вот я стала анализировать, почему вообще так происходит. Я поняла такую штуку, что нас всю жизнь, как бы я сейчас беру пространство СНГ, нас всю жизнь учили выхватывать большими кусками. Неважно что, лишь бы урвать на сейчас побольше. Денег побольше сейчас. Нас к этому готовили со школы. То есть конкретно сейчас дать, там, написать контрольную на 5, конкретно сейчас дать сессию, конкретно сейчас там, получить зачет, и неважно, что будет потом. Точно так же происходит и в жизни большинства людей. Есть люди, которые изначально рождаются с, ну, как бы с детства, да, то есть у них они отслеживаются на детях, это очень хорошо видно, такие мышления бизнесмена, можно сказать. Таким людям, в принципе, им по большому счету даже, может быть, и не нужны какие-то курсы, а достаточно каких-то там толчков, либо вебинаров, либо просто направления. Они такие, это олдскульные такие люди. Они сами все нароют, разроют и сами выставят какие-то стратегии. А большинство людей, как бы не хотелось говорить о том, что я не такой или не такая, не научены стратегически мыслить, нет навыка такого. И вот когда я анализировала то, что происходило в курсе, я поняла, что у многих очень людей, которые пришли на курс, у них самая первая мотивация, которая их двигала что-то делать, работать, это отбить курс. Прикольно. То есть не было... причем в процессе курса я несколько раз выставляла акцент на то, что, ребята, дойдите курс до конца, он очень интенсивный, очень много спикеров, очень много стратегий рассматривается. Вы выдохните и...
Тогда вы сможете отдохнуть немного, взять перерыв там, для себя в неделю, выбрать необходимую для себя стратегию более комфортную и начать по ней развиваться. Либо попробовать 2-3, ну, потому что невозможно объять необъятное. Вот. И мне очень интересно, есть как бы ребята, за которыми мне очень интересно с курса наблюдать. Есть ребята, которые очень скрупулезно по сиденью, они там, ну, пусть они сейчас еще на середине, несмотря на то, что курс закончен, но видно, что они двигаются очень скрупулезно. Вот. И я поняла, что очень важный момент такой для человека, какую ценность он вносит в свое обучение. То есть если для человека там, стоимость курса, ну, она равна, там, условно говоря, 20 рублям по его внутренней ценности, то очень такое халатное отношение к тому, что происходит. Если он отрывает как от сердца для того, чтобы проинвестировать в себя, то человек более скрупулезный, более настроен, нацелен на результат. Ну, как бы вот, когда людей много, это очень хорошо видно. То есть очень хорошо видно, как люди движутся, как они прорабатывают. И результат, соответственно, очень разный. То есть для кого-то вот отбил курс, и дальше в каком-то вялотекущем режиме. Есть ребята, которые поняли, как работать, и откинули все остальное, прям, то есть тоже как бы не стали, да, там идти дальше, а кинулись в работу, и потом началось такое захлебывание, потому что, опять же, нет стратегии, нет понимания, как это все распланировать, как запланировать свою работу на будущее, как это все наращивать, и начинается захлебывание в заказах, там, в возвратах, в клиентах, в товарах, и начинается такой некий хаос. И когда человек становится в ступор просто. Вот это вот все связано с ценностью, которую привносишь в свое обучение. Понятно. Вот такой мой комментарий по поводу. У меня, знаешь, какое понимание? Я, наверное, вообще не серьезно к этому всему отношусь. То есть ты так вот, так заумно все это, там, люди разные. Это, я не знаю, мне кажется, мы собираемся для того, чтобы денег заработать. Люди разные приходят. Вот, ориентироваться и задумываться обо всех очень сложно. Вот, у меня есть, да, проблема, то, что я всех равняю на себя, и мне кажется, что все будут делать так, как я. Ну, я не знаю, то есть, ну, я понимаю, что все разные, но на подсознании как-то у меня все равно, то есть, такие стандарты в работе, что они примерно будут соответствовать. Ну, плюс-минус там, я не знаю, на час позже человек будет ложиться или раньше, на час там больше работать будет или меньше, но не будет он, в смысле, уезжать с пятницы до понедельника отдыхать и работать только по вторникам и средам, и только принимать деньги, вот. Из-за этого я как достаточно, не рассуждай там, ну, заплатил человек, заплатил, хорошо. А ему, его, соответственно, структурировали, определили. Я могу сказать точно. Так как мы не профессионалы в обучении, мы, соответственно, что делаем? Мы не можем прогнозировать, кто к нам придет. Мы, соответственно, самообучением занимаемся. Как проводить курсы. Мы людям даем информацию, а люди... И от них видим вот это вот, как его звать, обратную связь. И ты, соответственно, постепенно будешь курс переделывать. Ну, постепенно. То есть вы сейчас на данный момент будете курс делать. Я сейчас вот в прошлом лайве предложил тему, американскую тему, в принципе, не секрет, вот этих вот групп закрытых. Вот, именно там по дропу можно, по привату можно. Именно группа поддержки в плане того, что, например, в этой группе задавать вопрос уже, ну, нереал вообще. Я молчу там, я вообще практически рекламы стараюсь не давать, и все равно ее тут море, ё-моё, вот, в любом случае море. Там, я не знаю, стараюсь убирать там всякие по верифаю, старался разделить группы, все равно ее море информации левой. И вот эти группы отдельные, просто по консультациям, и туда вносить не левых чуваков, ангелов непонятных вообще, откуда они взяты, ну просто, ну реально, я не знаю, что это за чуваки, просто кто они такие, вот, как мне может... Я понимаю, человек, который приходит извне, он вообще не понимает, куда он пришел. То есть тут вообще просто... А когда ты уже здесь варишься, ты понимаешь, кто постоянно отвечает на вопрос, кто тусуется, кто там является, там, я не знаю, админом, кто является, там, я не знаю, блогером, ну, неважно кто, кто является продавцом, кто дает какую-то полезную КПД-информацию. То есть авторитет этого не знаешь. Вот, я, соответственно, хочу вот этих людей, которых реально знают, объединить в конечном итоге в клуб. Даже не в клуб, а вот какое-то сообщество, отсеять просто от общей массы, ну, например, сейчас есть вот прямо вот на днях будет 15 тысяч человек. Реально, по активности можно смотреть по выкупам. Ну, то есть группа Проект X, где у нас эти выкупы идут.
То есть в любом случае там сейчас сколько там, 3000 человек. Соответственно, в реальном времени сейчас суперактивных таких вот, которые завозят того, товар, и плюс, которые постоянно работают над этим, это где-то вот, я думаю, активных, которым нужны отзывы, это вот около 1000 человек, ну, которые пользуются этими услугами. И еще, наверное, несколько тысяч человек, которые просто активно уже продают, ну, которым не нужны отзывы или нужны периодически. То есть я по отзывам ориентируюсь. Ну, их же не 15 тысяч явно. То есть здесь зрителей, ну, минимум половина. Это просто вообще по минимуму. Половина, наверное, зрителей. Наверное, из одна четверть людей, которые бросили, ну, которые вообще мертвые, то есть уже которые это самое, просто на Facebook-группе числится. Вот. Ну, так как прирост идет значительный за год, соответственно, их не так много, то есть какая-то там часть. Вот. Ну, вот и все. И, соответственно, вот эту часть, которая интересна, вот, объединиться, я вот над этим и работаю сейчас, думаю, как это преподнести, потому что мы не американцы, у них своя система. У них система, вот о чем ты сейчас говоришь. Заплатил, мотивация, все четко по полочкам. Но русскоязычные, мне кажется, не такие люди вообще. То есть у них вот товарно-денежные отношения намного жестче. Почасовуха вот это вот, знаешь, там вот это все, все строго, все вот прям по полкам. Начинаешь с ним разговаривать, а он дебил дебилом, ё-моё. Он знать ничего не знает. У него образования высшего нет, он что-то там учит, ё-моё. Тут, ё-моё, блин, люди профессора, тут, ё-моё, у людей там, блин, компании и все остальное, а тут какой-то чувак, он просто тупо американец, он там, я не знаю, какой-то там в сельпо, блин, учился, живет в какой-то там деревне, в которой там 50 тысяч человек, и он чему-то учит, чему он может научить. Тут, ё-моё, люди простых вообще, вот я с кем общаюсь, вообще простых нет. Просто я не могу сказать, что тут цвет нации, но здесь реально очень образованных, куча продвинутых людей, супер вообще там, я не знаю, столько знаний вообще, вот, и каждый день я с кем-то знакомлюсь с новыми. Ё-моё, там у них и компании, там что только не прошли, огонь и воду, и медные трубы. И просто люди, которые чуть-чуть там в теме, они их обучают. Да чему они их научат? Естественно, бывает часто, что человек вот это просто, он понял уже, ё-моё, думает, ё-моё, что тут, блин, чему учиться? И вот они от этого отстреливают. Вот, из-за этого интересно вот как раз создать это сообщество. Вот я это иду. А обучение, это как раз для тех людей, которые как новички. Ну, то есть вот именно вот направить в этом направлении. Которым нельзя просто подсказывать маленькими ответами. А у вас как раз углубленное вот это направление, я так понимаю. Тем более, сейчас подробно, слушай, вообще, ну, никто не учит. Все равно, это, наверное, ну, Саша точно тебе скажет статистику, потому что вот он недавно ее вынимал по активности группы. Ну, там, по-моему, под 80% людей из группы активно ведут переписку, как бы, каждый на разном этапе. Но что интересно, я, наверное, знаю, ну, больше половины группы, с кем я уже общаюсь лично. Кого-то там я знала до этого, с кем-то познакомилась непосредственно на курсе. Очень необычные люди притянулись. Да я говорю, очень... тут я тебе говорю каждый день. Я в шоке просто, и... периодически, просто периодически в шоке. Нет такого человека, которого, ну, там, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, нельзя выдернуть человека и сказать, что он какой-то вот очень обычный. Я уже многих знаю, там, истории какие-то из жизни и так далее. И мне даже интересно, как группа так подобралась, таких вот. Саш, скажи, ты же вытягивал статистику, вот сколько из всей массы людей общается в группе сейчас у нас? Не, ну, в последнее время намного меньше. Но в целом, на самом деле, вот нечем интересна группа с точки зрения статистики. Мне интересно было наблюдать, как развивается прогресс у разных людей, и вот это подтверждено уже несколькими группами, где я участвую со старта, грубо говоря. И видно было, что дух соперничества какой-то там есть в каком-то смысле. То есть, когда ты видишь, что другой новичок там задает подобный вопрос, ты понимаешь, ага, вот надо напрячься, вот этот тебя обходит или там догоняет, или там впереди. То есть, это как бы одна из тех идей, которые были заложены вообще в группу поддержки. То есть, кроме того, что у нас есть непосредственно поддержка с точки зрения коучей и помощников. Нам несколько человек помогали, тоже люди с опытом. А вот там мы их интервьюировали на старте и так далее. А вот, вот этот дух соревновательства тоже каким-то образом присутствовал. Вот, сейчас немножко все поубавилось, вот, наверное, с того момента, как у нас закончился основной курс и начались бонусные. То есть люди, ну,
я не очень понимаю, либо мы акцент неправильно поставили, но бонусные тоже на самом деле были мега крутые вот занятия. Вероятно, они просто были недостаточно оценены новичками. Вот, да, или, в принципе, это понятно. Вот, я думаю, что все равно рано или поздно те люди, которые пошли курс, пересмотрят, когда они там немножко разовьются, раскачают свой бизнес, вспомнят там о том, что было на курсе, что есть, скажем, другие стратегии, другие подходы, которыми можно также сам зарабатывать. И, собственно, у нас на курсе люди очень интересные вещи рассказывали на этих бонусных занятиях. Понятно. Особенно фишки от Семишана. Ну, ребята спрашивают, просто он Анвар спрашивает, он как раз дропом тоже занимался. Тут же просто еще тоже, видишь, Саш, ты же с приват начинал, правильно? Да, я, как всегда, ну, собственно, это мы могли бы здесь мягко переключиться, скажем так, на провокационный вопрос, почему там группа из двух коучей лучше группы из одного коуча. А вот. А вот я там недавно закинул эту тему. Вот. Так, секундочку, прошу прощения. Так, прошу прощения, у меня тут малый проснулся, сейчас, на секундочку. Так, ну пока, короче, в любом случае его нет. Я по поводу вот этих всех групп, просто тут ребята, у Анвар как раз спрашивает, о том, что... нет, это у ребят по обучению группы, то есть все группы, все вот эти обучения в конечном итоге сходятся, если... Вот он пришел. Я говорю это самое, пока тебя не было, говорю, все вот эти группы... Ну, тут просто ребята вот спрашивают, говорю, по группам. А, твоя, моя, там, неважно. Смысл такой, что в конечном итоге в сухом остатке всегда после всего чего-то остается. Если цель просто обучить, предположим, и закрыть вопрос, связанный с тем, чтобы, ну, деньги сняли, работу отработали, ну, собрали статистику, посмотрели, как получилось, собственный опыт набрали и в обучении, и в продаже. Все, пошли дальше. Это одно. У меня идея одна, то есть мы вот с кем мы начинали с самого начала, то есть там чуть больше, ну, около года назад, у меня до сих пор они все там есть. Кто остался, кому интересно, кто-то ушел, они, например, потому что у меня очень многие из Америки, им просто время неудобно. Они видео также пересматривают, как мои лайвы. Ну, то есть лайв пересматривают. Вот я смотрю на лайв постепенно, вот я не знаю, вот просто что такое поменялось. От 30-40 человек, вот резко почему-то, вот несколько месяцев назад, может, вот я несколько роликов нормально задвинул опять, поэтому, ну реально по делу, то есть как продвигать товары. Ну вот 2-3 месяца назад как-то вот резко, или лето, например, кончилось, то есть вот люди уже к сотке подходят, то есть за сотню людей приходит. А до этого приходил прям реально 20, там, 30-40 человек всего-навсего. Интереса не было. А сейчас реально 30-40 всегда просто приходит. И получается такая история, что мы вот эти, все это сообщество создаем постепенно. То есть идет отсев постепенно. Сам отсев. И вот это создается. У вас вот, вы же в любом случае же оставите вот это вот сообщество. Постепенно, конечно, будете новые курсы подбирать и туда, соответственно, добавлять. Туда, соответственно, добавлять. В принципе, это самое интересное. Потому что там максимальная лояльность, кто там остался, и максимальная, вы друг друга знаете уже намного плотнее, грубо говоря. Самое кайфовое, ну, по крайней мере, для меня, и, не знаю, мне почему-то кажется, что для многих людей, кто занимается обучением, вот самое, ну, как бы, не для многих, да, но сегодня вот я Яну в комментариях отвечала на тему, он написал о том, что нужно человека задолбать вопросом до тех пор, пока он, типа, не поймет, правильно нужно делать. Для меня, например, самое кайфовое в обучении — это когда человек переплюнул меня, и чем быстрее он меня переплюнет, тем для меня кайфовее. Потому что мне очень интересно общаться с теми людьми, которые говорят о том, что я взял кусок из этой темы, кусок из этой темы, я смиксовал, вот у меня что получилось. Там, и мы начинаем вместе думать, а как еще попробовать, и что еще применить можно. Ну, либо там, это выносится в группу, и в группе думаем. И очень такие интересные штуки получаются, необычные, которые я, например, никогда не пробовала, и у меня, соответственно, нет опыта в этом. А человек уже... то есть готов вынести на сообщество свои какие-то эксперименты, и особенно классно, когда они там взлетают. И это как бы те вещи, которые вдохновляют.
окрыляет как бы, работать дальше, дальше рыться, развивать. То есть я не хочу, чтобы кто-то шел там точь-в-точь по моим стопам, потому что тогда я понимаю, что человек рано или поздно, он упрется в потолок меня. То есть он... Ну, это будет мой дубликат в какой-то степени. И на курсе мы вот делаем упор на то, что важно, чтобы люди взяли навыки. Как говорилось, да, не давай человеку рыбу, дай ему удочку. Я, опять же, там в комментариях приводила уже пример несколько человек, ну, то есть один из них просто такой самый яркий, может, потому что мы достаточно часто общаемся, это Олег Белоногий, который просто там после одной темы, он ее взял и сразу же внедрил на eBay. И сразу же подписался, он говорит, у меня все взлетело. Вот, ну, это кайфово. Есть навык, когда у тебя есть навык, неважно, где ты его применишь. То есть важно, чтобы ты понимал, как это делается. Круто. Говори, Саша. Я уже забыл, о чем хотел сказать. Да, ну, меня тут спрашивают, о чем сегодня лайв? Лайф, а поговорить. Так мы же так написали, а поговорить. Вот. Сергей как раз спрашивает, а про что сегодня лайф? За жизнь. Задавайте любые вопросы по дропу, онлайну и привату. Все. Саш, ты хотел рассказать, почему... и Серега проснулся, как раз ты хотел рассказать, почему группа из нескольких коучей лучше, чем когда коучи... Ну, я на самом деле долго думал над этим вопросом. Мне его задавали в личку, вот так как Алена переправляет всех людей, которые там более-менее созрели ко мне, то мне их приходится, так сказать, не то что убеждать до конца, но, скажем так, проводить с ней беседу на предмет вообще, ли нужно ли им это или нет. Я, на самом деле, против того, чтобы люди шли по принуждению, у нас нет цели там срубить бабла. То есть мы действительно кайфуем в некотором смысле от того, что люди достигают результатов. Вот сегодня я вот с собакой гулял, с тремя людьми созванивался. Вот один сказал, что вот он буквально только на днях закончил пересматривать который раз там наш курс. Сказал, что информации мы выдали там просто очень много. И он говорит, сейчас сижу и пытаюсь ее структурировать как-то, чтобы вот опять уже применять. Я его заодно немножко предостерег об опасности нынешней поры. Вот я немножко отвлекусь. Мы сейчас находимся накануне Нового года, и это на самом деле очень такая двоякая пора, с моей точки зрения. У меня был опыт прошлого Нового года. Я имел опыт взять консультацию одного человека, который закупался, скажем так, на ритейлерах, на арбитраж, и других этому учил. В общем, скажу честно, у меня до сих пор 3 игрушки в инвентаре висят. Вот, и я надеюсь, в этом году я их таки продам. У меня уже, я не знаю, сколько раз тот long-term storage fee снялся, но я все-таки надеюсь их продать таки. Вот. В общем-то, в чем была ситуация? В том, что если работаешь по дропшипу, то Новый год опасен тем, что все поставщики задерживают отгрузку по понятным причинам, потому что все хотят купить в последний момент, и на самом деле США ничем не отличается от нас, либо мы ничем в этом плане не отличаемся от США и хотим тоже в последний момент купить. Соответственно, идет повышенная нагрузка на всех, на FBA идет, на FBM-ов идет, на всех, на службы, которые перевозят и так далее. Вот. Если говорить про FBA, то вот я как администратор группы опытных продавцов, так сказать, мы вот недавно обсуждали внутри группы этот момент, что недавно были замечены некоторые изменения в алгоритмах, связанные с байбоксом, именно, возможно, из-за вот близости Нового года, и теперь байбокс немножко по-другому раздается. Вот. Мы думаем, что это тоже, собственно, связано с приближением Нового года. Соответственно, если вы дропшипите, то здесь есть опасность late shipment получить. Соответственно, вот я помню, товарищ Каратеев мудро в прошлом году поступил, уйдя в отпуск там в районе 20-х чисел декабря. То есть он до этого успел там срубить денег. Неправильно говорю, заработать денег и, в общем-то, на такой хорошей ноте закрыл свой Новый год. Собственно, чего я всем желаю дропшиперам в этом году,
Вот. А те, кто MBA, к сожалению, я вот по себе наблюдаю, что даже вот последние где-то полторы недели я уже нормально не могу заказать товар и завести его на MBA. Постоянно чего-то нету, все в бэкордеры уходит, все с жуткими задержками уходит или вообще не уходит. И, соответственно, я для себя сделал вывод, что я уже, так сказать, это прилично сказать, со вспышкой. Упустил вспышку, так сказать. Все поняли. Вот все, что теперь я завезу, оно, скорее всего, уже будет продаваться после Нового года. А вот, если возвращаться обратно к теме нескольких коучей, то все-таки я думаю, что многие люди учатся на ошибках. Скажем так, более умные люди учатся на чужих ошибках, менее умные учатся на своих ошибках. Вот. Я где-то посредине, то есть где-то я стараюсь на своих ошибках учиться, где-то на чужих, вот. Где-то получается, где-то не получается. Вот. Но тем не менее опыт он есть, он накапливается. И, скажем так, ну, я вот недавно один человек у меня в группе написал, что он не видит, чему можно научиться у успешного человека, как успех большой, особенно нельзя повторить дважды. Я задумался над этим, и в принципе в каком-то смысле я с ним прав, что вот я знаю ни одного человека, который там работает по private label, которые завезли свой первый товар, и который там стрельнул просто мега-супер классно, и они там потирали руки, мол, там все классно, мы вот на коне и так далее, но после этого я также знаю, что у многих из этих людей второй, третий товар не взлетели. То есть они первый товар, возможно, как-то интуитивно выбрали, но второй, третий у них не было достаточного, так сказать, количества шишек, наверное, чтобы оценить и, скажем, избежать их. Вот, возможно, они надеялись на успех такого же первого товара, ну, то есть стратегии направления первого товара, но этого не произошло. Ну вот. У нас с Аленой абсолютно разный опыт, абсолютно мы по-разному развивались на Амазоне, соответственно, мы даем опыт. По-разному задали там. Да, опыт, базируясь на абсолютно разных стратегиях и так далее. То есть у нас абсолютно разный бэкграунд, который был до Амазона. Я технарь, я айтишник. Вот, у меня какая-то систематизация где-то глубоко во мне зашита. Вот, у Алены там свои фишки, а вот она творческая персона, как ни крути, вот выдумывает многие интересные вещи. Соответственно, мне кажется, что разный взгляд на одни и те же вопросы, на одни и те же ситуации, это намного лучше, чем там один какой-то там взгляд с одной стороны. Безусловно, там у коучей-одиночек, ну, я никоим образом не преуменьшаю их заслуг, они крутые многие, тех, с которыми я общался, которые меня обучали. Вот. У них есть ученики, которые также делятся своим опытом. Но, скажем так, если говорить про основы, вот, которые мы вот на своем курсе даем, то, мне кажется, там чем больше изначально дать вариантов, тем человеку потом будет проще не вляпаться, скажем так, куда-то. Я еще тогда дополню уже по поводу нашего именно курса. Сегодня Андрей Красильников написал, что слишком громкое заявление на тему того, что ну вот, индивидуальных коучей, да, и что у нас в курсе априори больше информации. Когда мы составляли курс, и вот сейчас мы его перерабатываем, этот курс, то есть мы так, еще подряли... Нас не слышно или не видно? Слышно, Саша завис у меня, да? Это у меня только. Не, у меня все хорошо вроде. Это, может, у меня что-то пропало, извините. Вот, и когда подбирали курс, мы составляли его таким образом, чтобы были темы, которые дают, были приглашенные спикеры, и эти спикеры давали именно те темы, которые, в которых я считаю, что они лучшие. Например, дроп CBA давал Максим Дубинец. Не потому что... Ну, то есть я чисто теоретически, конечно же, понимаю, как дропать CPA. Даже у меня был там печальный опыт этого дропа. Но это не та тема, в которой я разбираюсь и плаваю. Я могла бы там, ну, где-то там
либо взять консультации, либо еще каким-то там посмотреть на eBay что-то и натянуть на себя одеяло и дать эту тему. Но совершенно ведь другой подход, когда дает тему человек, который, на мой взгляд, лучший в этом моменте. Делегирование давал Роман Стрехар, создание листингов Илья, ну и так далее. То есть вот это вот именно получается такое некое сообщество спикеров, которые добились успеха в своей теме. Индивидуальный коуч, он не может этого просто дать, потому что один человек, он не может объять все стратегии, не может объять все модели ведения бизнеса. Как бы ни хотелось. То есть я понимаю, знаю, как заниматься флиппингом, но я этим не занимаюсь. Соответственно, мой опыт там равен 0,0. Конечно, я могу рассказать о том, как это происходит, но будет ли это полезно, потому что у меня нет практических кейсов. Большой вопрос. Другой момент, там, Сергей Данильченко, который активно этим занимается. Естественно, у него есть кейсы, они рабочие и так далее. То есть, и, на мой взгляд, тему должны давать те люди, которые глубоко в этом разбираются. А мы с Сашей со своей стороны ведем курс, да, мы в курс вложили весь свой опыт. Я свой, Саша свой, мы все это объединили, скомпоновали. И именно поэтому, на мой взгляд, я думаю, что и на Сашин, более насыщенного курса именно по дропу и арбитражу на просторах СНГ нет. И один и единственный человек, даже если он суперкоуч, он все равно не может дать все стратегии. Понял. Я все. Я даже хлопать захотел в этот момент. Ногами причем, да? Ну, похлопай. Не сдерживай себя. На самом деле, я говорю, вы прямо реально... Вот я и Сашу послушал как раз по поводу вот этого «Кайфуем от обучения». Абсолютно согласен, потому что самый лучший, так скажем, самый кайф, когда у тебя, у ученика получается, а получается лучше тебя и еще лучше. Вот, то есть ты его берешь опыт, и ты просто это зацепляешь. Но на самом деле ты проходишь всегда разные стадии. То есть пройдет у тебя 6 курсов, и вот, дай бог, мы встретим через 6 курсов, еще доживем до этого счастливого момента, и я вот реально говорю, в голове много поменяется. Много будет, опять же, как это будет развиваться, какие вы будете продавцы, и насколько у вас доход будет там меняться, какие вы коучи, там, то есть, например, у вас будет приходить, ну, просто, вот у меня какая ситуация. Вот, предположим, как это сказать, ну, наверное, неправильно, это очень комплексный вопрос, потому что я развиваю, например, вот эту тему, я когда вообще в это вошел, я там, Саша, мы с самого начала, да, Саша, еще помнишь в этом Вайбере, да? Да-да-да. Я это все делал для чего? Для того, чтобы получить информацию, историю любого товара. Я вообще, у меня даже аккаунта не, и до сих пор нет в социальных сетях, нигде, ни для друзей там, ни для кого. Я все это организовал для того, чтобы посмотреть. Ты мой товар посмотрел, я твой посмотрел, я просто себе галку поставил. Информация, информация. Из той группы я твой товар не помню. Я помню единственное, там вот несколько товаров помню, запомнил. Ну, то есть какие-то яркие такие точки для меня, которые были очень важны для моего опыта. То есть из тех, сколько мы там набрали, 30-50 человек, два, не помню сколько. Ну, смысл такой. Это вот как раз преддверие этой группы было как раз. Вот, я запомнил один или два товара, до сих пор помню. И вот тот опыт он мне дал. То есть я везде всегда что-то подчеркивал. Просто мне когда приперло, я, соответственно, я это все делал. И когда я понял, когда я в группу туда запускал, чтобы просто обменяться, когда я понял, что ребята между собой не обмениваются, никому это не надо было вообще, кроме меня одного. И я потом дальше ушел. То есть я прогонял чужие товары, просто набирал опыта. У меня в голове не было, мне кто-то сказал даже, я не знаю, там около года назад, что я этим буду заниматься, там кого-то там консультировать. Мне даже в голову такое не могло прийти. Вот, и тебе, думаю, когда мы встретились там в августе того года. Ну, просто в голову себе представить, ты будешь дроп учить. Мы с тобой про приват разговаривали. Я там никак не знал, как вообще товар запустить, что с ним вообще делать. Вот, а ты этим самым, приватом занимался. А сейчас ты дроп учишь. Вот, то есть это за год всего поменялось. Это за год. То есть если это вдуматься просто... Ну, это глобально, то есть я считаю, год прошел такой, активный достаточно. Если еще год хотя бы на таком же уровне пройдет и будет хотя бы такой же рост,
Ну, пропорционально это самое. Но это вообще, я не знаю, это что, через год, о чем мы будем здесь разговаривать. Интересно, мне интересно. Вот, куда можно вырасти дальше. То есть, чему дальше, дальше, дальше. Помимо оборотов, помимо там каких-то стратегий, то есть, может какой-то еще кругозор расшириться. Но смысл в том, что это все эволюционирует постепенно. А есть люди, которые приходят из вакуума, сейчас вот зайдешь в YouTube, они просто из вакуума, их вообще не было нигде. Они ни с кем не общаются, их никто не знает, но они чему-то учат. Вот, вот это две разные вещи. Вот из-за этого большой курс у вас, он маленький, он со временем будет эволюционировать. И третий курс, скорее всего, или четвертый, или пятый, будет лучше, чем первый. Потому что вы лишнее уберете, правильно, неэффективно. На что спроса нет, что, может быть, что-то умерло. И постепенно вы будете отшлифовывать, 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 отшлифовывать лучше. Я пошел другим путем, именно вот этим коучингом, потому что так получилось, я не знаю. В принципе, я чуть-чуть прям это делал, и потом мы... Я также хотел вот это все сделать в массовом масштабе, потому что я понимал, что я не могу в рекламу деньги вкладывать там или еще чем-то заниматься. Я не айтишник, мне сайт сделать, мне все это сложно. Долго, муторно, ё-моё, долго. Я решил позвать персонали. У тех людей, которых просто знают. Кто мне попался, кто вот более-менее свободен. А в конечном итоге мы остались вдвоем с Женей, и мы вдвоем этим и занимаемся. Вот, и как раз мы так, отчасти друг другу равновешиваем. Не дай бог, что-то с кем-то случится, заболеет, уедет. Все равно это лучше. Сейчас вот у нас назад возвратился наконец Денис Косулимчик. Он там работал на это самое, он не успевал. То есть мы начинали как бы втроем, потом он отошел, потому что он не успевал. Вот, сейчас он как бы сконцентрировался уже на Амазоне. Вот мы как минимум втроем этим занимаемся. Там есть еще люди, которым я предлагал. Вот, чтобы именно максимально был такой вот, о чем вы сейчас говорите, именно я тем же путем шел. Вот я не знаю, все дураки думают, наверное, одинаково. Вот, потому что это подход на самом деле не особо профессиональный. Почему? Могу сказать. Ну, вы пиаритесь, мы неправильно пиаримся. Надо капусту себе в карман набивать только. То есть есть один, он себе в карман, а все остальные помогают. Я вижу, есть люди, которые этим занимаются, они именно так и делают. Кто там, что там под ними, неважно. А главный один. Вот. То есть если вот в этом отношении, то мы неправильно. А в отношении подхода, давания знаний и всего остального, если брать командный, вот чем вы сейчас говорите, это продвинутый курс, крутой, в нем какой только недостаток. Меньше, чем в личном коучинге, меньше личного общения, меньше вопросов-ответов. Немножко. Вот и все. Вот. А коучи, они, соответственно, больше сконцентрированы на одном, на двух товарах. Ну, в смысле, на одном, на двух. У нас же нет большого количества, нет потока. То есть там 50, 100, там 200 человек. А если начинается этот поток, то начинаешь зашиваться. Невозможно разорваться. Вот, то есть ты не можешь качественно дать. Вот, вот и все. Вот, в принципе, из-за этого имеет место быть дорогой коучинг, дорогой реально, который тебя реально и ведет, и сконцентрирует. И, соответственно, курсы. Курсы, если они без приглашенных гостей, без этого, без того, без всего, они, соответственно, подешевле. Если с приглашением, с внешним, так скажем, взглядом на все эти вещи, да еще и лучшие, то подороже. А есть еще третий, не надо забывать, момент. Третий момент, как уже некоторые начинают практиковать, и я, в принципе, вижу в этом тоже правильный подход, это вот интенсивы. Ну, то есть ты взял, вот сублимированно все сжал, все самое важное, все фишки, которые актуальны в этом, например, квартале. То есть раз квартал это проводить. Вот. Подготовился качественно, выдал там по дропу, или, например, у вас там, если у вас есть много... У меня нет много стратегий, на самом деле. То есть у меня как бы это... Они друг друга дополняют. Просто если у тебя много денег, если у тебя ты товары привез там 10 тысяч из Каю, у тебя, соответственно, одни ресурсы. А если ты привез 500 из Каю, у тебя другие ресурсы. То есть я отталкиваюсь от этого. Я не как в дропе. Там у вас, может быть, какие-то другие стратегии есть. Разные. Вот. И все. То есть это тоже нормально имеет место быть. То есть ты концентрированно взял эти знания за короткий промежуток времени, чтобы переварить это можно было. Те же вот эти вот форумы, они отчасти это заменяют. Но не каждый может на них поехать, к примеру. Мне кажется, вот так. Слушай, ну форумы это вообще, конечно, очень крутая штука, потому что всех этих вот событиях офлайн самые интересные вещи узнаешь в очереди в туалет. Как бы это ни звучало. Конечно, форумы, живые встречи, никакое онлайн-обучение не заменят. Но
Ну, то, что ты говоришь, это имеет место быть. Единственная, наверное, разница в том, что у сообщества тоже есть большое преимущество между индивидуальным обучением. Это разный взгляд на события, разный взгляд на стратегию, потому что когда вот... Это я, опять же, сужу уже по нашему потоку. Люди, когда начинают применять стратегии, они что-то пробуют, что-то привносят свое, они этим делятся, и есть с кем обсудить. Когда ты один на один, то есть есть ты и есть твой ученик. То есть вы можете это обсудить друг с другом. А в группе есть возможность создать некий мозговой штурм. И очень интересно иногда, как развивается. То есть реально была ситуация, мне человек задает вопрос. Я была с просонья, и он меня спрашивает про один магазин, а я подумала про другой. То есть там заглавная буква точно такая же. Ну, то есть они названия звучат похоже, я просто перепутала. И я ему говорю, делай вот так, вот так. Я точно знаю. Он задает вопрос в группе, и потом до меня только через 2 часа дошло, что он меня спрашивал про другой магазин. То есть если бы он, допустим, не спросил в группе, положился там только на мое мнение, то чисто теоретически за эти 2 часа он уже мог бы напороть дел, и в принципе была бы виновата я, потому что я ему неправильно сказала. Ну, это такие же технические, это технические, понятно. Ну, то есть, да, это технические, но... это нюансы, это личный случай, пойми, но тем не пойми, менее... Пойми, есть курс, дело не в количестве людей. Вот у нас 2 человека, у нас сообщество, у нас в группе там уже там под 150 человек, ну, за год мы ошкрябали, вот, но из них активных, ну, я думаю, человек 50 точно, потому что на лайвы по 40 человек приходит. То есть 50, там, ну, грубо говоря, больше 50% точно. То есть там 75-80 человек точно активных. Преимущества какие? Общение. Я там вообще ни на один вопрос не ответил, по-моему, ни разу. Потому что мне писать некогда, я не люблю. Мне знают все, можно в любой момент тупо набрать. Ну, написал там, да позвонил. Вот, там Женя что-то отвечает. Туда я уже засунул там всех своих друзей, грубо говоря, кто там хочет, то есть общение идет. То, что у нас было раньше один скайп-чат, сейчас я вот просто не справляюсь, я как бы сконцентрировался на этом. Есть какой плюс-минус? На днях ребята посоветовали, давайте разделим. Сделали 2-й скайп-чат, минусовка, плюсовка, негативных отзывов. Потому что бред то, что там товар никто твой не знать будет, там и 5-й, 10-й. Всем как бы уже давно это до лампочки. Ну, как-то стрёмно, например, его запускать вот в эту 15-тысячную группу, тоже как-то стрёмно, наверное. Вот, как бы там ни было, какой бы я там пофигист не был, ему, ну, тоже как-то. Хотя, я не знаю, тут чуть-чуть поднапрячься, узнать мои все товары, никаких проблем нет, мне кажется. Вот, и других, там, куча людей, там, все знают, кому надо. Вот, и получается так, что вот эта плюсовка-минусовка, она помогает просто пипец как. Ну, вот, он просто реально жгут постоянно. То есть, постоянно негатив, постоянно вот это вот надо... И вот эти плюсы, хотелось бы, чтобы там 1500 человек было. Тогда это гораздо будет более все прогрессивно. Из-за этого у нас коучинг, чем коучинг, я считаю, отличается? Тем, что у вас есть структура, а у нас ее нет. Люди приходят, они просто у нас вопрос-ответ, по большому счету. Я никого вообще не долблю. То есть я никого не заставляю что-то делать. Да, выстроилась структура, у меня есть начало. С чего начинается? Я вывожу, то есть... со временем, к общему знаменателю. То есть я даю базу, от этой базы люди отталкиваются. То есть есть отчет, фундамент. И все, от фундамента пошли, и все, оно уже идет. У нас нет вот этого, вот о чем вы как раз говорите. Вот это, наверное, курс. То есть я к тому, что бывают разные подходы к этому всему. Я подход делал именно людей, кого не надо долбить, таких, наверное, как я. То есть которым надо просто дать информацию для старта, направить. А потом давать эти рамки, чтобы человек не лоханулся просто, ну, не ошибся, не сделал таких серьезных ошибок, потому что в привате, даже ты, если все правильно сделаешь, у тебя нет гарантии, что параллельно с тобой не развивается такой же человек, все правильно делающий, вы одновременно, как барана, лбом столкнетесь, и просто реально, когда я начинаю раздавать товары, они говорят, с тобой вместе еще 20 человек товар раздают. Реально. И что я сделаю? Ничего. Вот и все, он говорит, я перед тобой 10 человек раздала, и после тебя сейчас у меня еще в очередь 10 человек. Все, и все, то есть мы в одну и ту же нишу, в 20-ром только русскоязычные зашли. Кто у кого слезал, что ли? Нет. Мы параллельно просто искали, мы запускали товар, это приват. Я не понимаю, почему так все узко, но на самом деле это потому, что система выбора товара примерно у всех одинаковая, все пользуемся одинаковыми программами, и все их все одинаково. А главное, вот. Все думают, что они мыслят уникально.
Я вообще про это давно уже не думаю. Я и не думал никогда, потому что если ты изменил ручку пластиковую на резиновую, чтобы она не соскальзывала, это не это самое. Это не изменение товара. Изменение товара, когда ты его делаешь реально там серьезные вещи, а это все так. Вот. Ну, я говорю, ну это опять от подхода зависит. Это уже, так скажем. Слушай, для меня сейчас, ну, приват — это больная тема, потому что я вот все думаю, какого черта меня туда занесло, если я могла спокойно развивать и выстраивать дальше свои магазины. У меня 5 магазинов, я их могла дальше выстраивать, развивать на арбитраже. Нет же, я от вас вернула, залезла в этот гребаный приват, и я думаю, нахрена я это сделала? Я только поймела головняка себе. Потому что в арбитраже как раз пустили оборачиваться. Да, я поймала опыт, я его имею по сей день. Потому что в арбитраже я гораздо быстрее могу проворачивать деньги, гораздо быстрее наращивать оборот, гораздо много таких интересных фишек. То есть, ну, там поле для экспериментов не паханное, понимаешь? А здесь в привате все как бы это сводится по итогу, ну, грубо говоря, к математике, особенно когда ты уже товар завез, особенно когда ты его проресерчил плохо. Вот. Поэтому как бы для меня немножко приват — это и больная тема, и я все-таки, мы об этом говорили в предыдущем лайве, я по-прежнему осталась при своем мнении, что все-таки арбитраж — это самая устойчивая модель ведения бизнеса с Amazon. Вот, я знаю, что как бы, я знаю, что, ну, то есть я получала уже в личку фидбэк очень много раз от тебя, о тебе. Люди как бы очень довольны обучением твоим, говорят, что ты просто там, как же мне так интересно такую фразу сказали, сейчас забыла, вспомню, скажу. Вот, но не у всех людей есть возможность вложить на старте 10, 20, 30 тысяч долларов. То есть многие люди приходят в Amazon, имея за душой там 1000, 2, 3, и с этими деньгами как бы нет возможности развивать private label. Правильно? Ну, понятно, не, ну, в любом случае. Вот, тут никто об этом вообще разговаривал. Арбитраж возможно выстроить с этими деньгами. Здесь Сергей Федосеев пишет: ничего не знаю про онлайн-арбитраж, поэтому могу сказать, что PL очень устойчивая модель бизнеса. Наверное, каждому свою. Можно я скажу? Говори, говори. Я просто смотрю, у тебя губы двигаются в записи, а звука нет, думаю. Я даже не смотрю на запись, потому что она тормозит. У меня ответ Сергею. На самом деле, мой опыт говорит о том, что любая модель, она имеет место быть. Я начинал с private label, а потом я же говорю, у меня все через пятую точку все пошло. То есть я сначала... Private Label, потом у меня онлайн-арбитраж с ритейлеров, потом я немножко дропшипил с eBay, сейчас я опять перешел в арбитраж, но даже не в арбитраж, я в wholesale перешел, в опт. То есть я сейчас работаю через компанию, закупаю в американских компаниях, и скажу по секрету то, что никто не говорит, там не проще, там совсем не проще. То есть если раньше ревел, ныл и шкрябался когтями, пытаясь получить реселлер-сертификат, чтобы мочь регистрироваться в компаниях, то сейчас у меня сидит девочка, регистрируется в компаниях, и мне это вообще особо не помогает на самом деле. Очень многие крупные бренды для меня также остаются недоступными. Действительно, очень сложно регистрироваться, очень много документов и прочей информации. Очень многие поставщики контролирует довольно-таки жестко свой supplier chain, то есть цепочку поставщиков и так далее. То есть, честно говоря, здесь тоже не медом намазано. И, скажем так, последнее, скажем, о чем можно сказать, из неприятного. То есть, да, я теперь не вижу на тех же листингах много китайцев и коллег, так сказать, из СНГ, но зато я вижу теперь американцев, которые тоже часто отличаются умом и сообразительностью. А вот, так же самое демпингуют, при этом имеют там тысячи отзывов и так далее. То есть здесь, скажем так, я из огня в полымя да перепрыгнул. Вот.
Давайте еще почитаем вопрос. Давайте, я добавлю по поводу wholesale. У меня как бы есть уже возможность тоже пробовать это и заниматься этим, но чем больше я в это вникала, чем больше разбиралась в этой ситуации, тем меньше у меня желания туда соваться. То есть, не знаю, там для кого-то секрет, не секрет, я работаю с очень маленькими брендами, потому что они очень человечные, с ними относительно легко договориться. Вот то, о чем говорит Саша, ты почему-то не озвучил о том, что там одно интервью только часа 4 по времени занимает, и недели 2 переписки. И я тоже своей помощнице недавно давала задание договориться там с одним брендом. Мы убили на него, ну не мы, она, но неважно. То есть 2 недели переписки, созвонов и так далее. В итоге уже написали о том, что в марте будем открывать Brickstore. Они затребовали адрес, дали адрес. Они говорят, отдайте другие договора, с кем у вас будет ассортимент. Предоставили. Ну, в общем, весь этот головняк длился, как мне казалось, бесконечно долго. В итоге я говорю, напиши им уже, то есть, что пора расставить. 2 недели прошло, пора расставить точки над «и», потому что эта вот переписка, она бесконечно долго затягивается. И они сказали, что, ну, вообще у нас вот, типа, и дали перечень, как бы, Brickstore, с которыми не работают. Они говорят, вообще мы, типа, работаем только с ними и не планируем расширяться. Вопрос, почему, ну, не озвучили это в самом начале. Поэтому, как бы, все... Не все, а очень многие люди спрашивают по поводу этого wholesale, очень многие люди спрашивают, и нас спрашивали на курсе, будем ли мы это давать, и какие есть самые крутые курсы на эту тему, которые мы можем рекомендовать, ну, как бы, самые классные, типа, на эту тему, это the wholesale формула, они достаточно информативные, и особенно у них есть, допустим, много видео о том, как в гараже упаковать товар. Вот. Курс на самом деле классный, но он абсолютно не адаптирован под СНГ. Для нас это не работает. Очень часто, опять же, Саша, не даст соврать, открываешь оптовиков, и там ты видишь цены дороже, чем у ритейлеров стоит. Вот это, блин, больше всего убивает, если честно. Ты попадаешься, пытаешься получить доступ на сайт, а потом оказывается, что внутри сайта 2 PDF-ки, одна — это... просто ты листаешь и там SKU товаров с картинками, и второй PDF — это перечень этих всех SKU, где ты напротив должен от руки написать количество, а в шапке, в хедере ты должен написать, кто ты, куда вести, и там метод оплаты и так далее. И при этом ты должен там какой-нибудь credit card on file им предоставить, то есть, грубо говоря, данные своей карточки заранее ты должен им отправить, и когда заказ придет, они просто с нее спишут там через единственный терминал в их, я надеюсь, складе, а не каком-нибудь подвале. Вот. И потом ты смотришь на эти цены и думаешь, блин, на что я время убью? Там реально на Амазоне дешевле продают, чем у вас тут в Опте. Вот, это, конечно, выбешивает. Саша, здесь просят резюмировать наш лайв, который мы проводили за жизнь. За жизнь? Ну, давайте просуммируем, да? У нас есть курс. Ну, нет, это последнее, чтобы запоминается первый и последний. Вот, первое, будьте аккуратны перед Новым годом. Если вы дропите, то помните, что в какой-то момент вероятно, нужно подумать, что будете в отпуск и не попасть на всякие лейт-шипменты и проблемы с отгрузками. Если вы FBA, то, в принципе, вы можете уже расслабиться. Если вы не успели завести, то вам, ну, остается расслабляться. А вот. Плюс на FBA, если вы все-таки еще до сих пор дергаетесь, пытаетесь что-то найти, не забывайте, что перед Новым годом многие взвинчивают цены сильно. Соответственно, можно попасть после Нового года на момент, когда многие, особенно американцы, сбрасывают цены очень сильно, чтобы распродаться и вернуть деньги в оборот. Соответственно, у меня было такое, что после Нового года я некоторые позиции распродавал просто в минуса. Вот это первое. Дальше мы говорили о том, что лучше иметь несколько коучей там, на курсе, либо на одного коуча, на который будет тебе уделять все время.
Ну, мое личное мнение, что и та схема имеет право на жизнь. Просто нужно понять, что вы от этой жизни хотите. А вот. Так. Дальше. Мы не говорили, почему курс купленный перекупов не работает на самом деле. Он работает на самом деле, он работает для тех, у которых есть опыт уже. А вот там, я надеюсь, вы найдете много полезной информации, которую я тогда нигде не шарил, даже у себя в группе. Ну, новички, скажем, вряд ли это оценили, а вот те, кто с опытом, я думаю, оценят. А вот, те, кто с опытом перекупов. Да, во втором потоке мы немножко по другому пути пойдем, то уже будет защита, о которой я не стану распространяться, но тем не менее. А вот, но на самом деле основная фишка курса в том, что, во-первых, это, ну, то есть мы изначально анонсировали, что это основы, а во-вторых, это все-таки группа поддержки, то есть тебя поддерживают как коучи, у нас есть несколько дней, несколько там, целых три, по-моему, дня в неделю, когда мы отвечаем на все абсолютно вопросы, набрасываясь, так сказать, на них толпой, то есть это были и мы, и наши помощники, вот, также другие, то есть у нас даже на первом потоке были многие люди с опытом на Амазоне, с опытом продаж на Амазоне, поэтому они так же само помогали в силу своих возможностей и в силу своего опыта. То есть это тоже, на самом деле, многого стоит. Вот. Мы много вначале говорили о том, как реально зарабатывать на Амазоне, что делать, почему там у людей не получается. Ну, здесь, я думаю, черту Алена сможет подвести. Почему? Я как бы говорила об этом вначале, потому что нет навыка стратегического мышления. Желание урывает здесь и сегодня, сейчас побыстрее, погоня за быстрыми деньгами. То есть люди получают даже первый опыт в продажах, они начинают делать одни и те же действия, чтобы просто урвать больше денег. При этом, не выстраивая стратегию, нет планирования. Если, ну даже я думаю, что если мы в клубе проведем опросы, узнаем, сколько людей выстроить для себя какой-то пошаг-план, пошаг-стратегию развития, как они видят себя там, в этом бизнесе через полгода, год, там, да даже пусть через 3 месяца. Мне кажется, что очень небольшой процент людей действительно спланировал там, стратегию развития на ну, пусть хотя бы 3 месяца вперед. То есть очень многие планируют просто там, на 2 недели, на месяц, на 1,5 месяца. Есть как бы оборотка 3 недели, обычно на нее как бы ориентируются, когда планируют свои там, закупки. Никто не просчитывает возможную прибыль, никто не просчитывает, ну, опять же, неправильно говорю, не то, что никто, очень мало людей просчитывает, как именно выйти на желаемый оборот. Мы как бы сделали, наверное, такую ошибку в самом начале курса, мы не спросили у людей, зачем они пришли на курс и чего они хотят. Потому что важный момент такой, который я люблю с людьми разбирать больше в индивидуальном порядке. Когда у человека спрашивают, что он хочет, обычно говорит, там, ну, называют какие-то сумму денег. Там, пусть 10 тысяч, 20 тысяч там, и так далее. Первое. Если человек никогда не держал в руках такую сумму денег, он ее не может себе представить. Как правило, люди называют сумму денег, которую они в руках не держали. Либо держали, но очень краткосрочно, либо держали, и она была не их. Если человек ее в руках не держал и не ощущал, ему сложно ее держать визуально перед глазами, соответственно, это не будет мотивировать. В момент, когда начнутся, а бизнес на Амазоне он достаточно стрессовый, когда пойдет вот эта вот ситуация со стрессами, либо наоборот, когда пойдет ситуация там, 100 заказов в день, да, по дропу, 100 заказов оформить по дропу, это на минуточку, ну, 6 часов времени. Там, ну, 5-6 часов времени, несмотря на то, как быстро мышкой платит, копипаст делает. Кстати, на встрече в Днепропетровске Сережа Данильченко очень хорошо эту тему озвучил. Почему он отказался в свое время от дропа, при этом зарабатывая там достаточно приличные деньги. Он хотя просто понял, что нейронные связи. Есть такая профессия копипаст. Он говорит, вырабатывается нейронные связи, то есть усредняется личность у человека. Поэтому как бы это то, чтобы не усредниться, он на всякий случай отказался от этой стратегии. И сейчас нанял помощников, то есть, которые
ну, там, у него люди, которые работают, и, честно говоря, не знаю, занимается он по сей дропом или по чем-то другим, но знаю, что от той стратегии, по которой он работал год назад, он отказался, вот, и он очень классно двинул тему нейронных связей в голове, которые выстраиваются из однотонных действий. Когда люди только начинают зарабатывать первые деньги, которые до этого они не зарабатывали, то есть они закрывают на это глаза и готовы работать долго и монотонно, и вот тогда невозможно отойти от ситуации и посмотреть на нее шире. Ладно, я уже что-то ушла, по-моему, от мысли основной. Наверное, потому что уже очень поздно. Нормально. Поэтому я думаю, что все-таки лучше тебе подвести итоги, и будем заканчивать и прощаться. Ты Саша? Саша заснул? А я... Я надеялся, да, что Денис проснется, пару слов скажет в завершении. Я на тебя надеюсь. Он сказал, что он под конец уже засыпает. Нет, меня тут не разбудили, меня тут бестселлеры забанили. Я сижу тут, всем раскидываю, что делать дальше, ё-моё, так что. У меня весело, так что неважно, на дропе, на привате, на чем угодно. Вот такая вот работа, ё-моё, то есть тут ничего не сделаешь. По поводу всего вышесказанного могу сказать одно. В любом случае, каждому надо выбирать и думать своей головой. Вот. Мне кажется, единственное, там, неважно вообще, там, что лучше, хуже там, и так далее, мне кажется, надо в первую очередь выбирать. Ну, это для тех, кто уже как бы продвинутый, кто уже почитал, посмотрел. Не который просто, я понимаю, многие приходят, они говорят, да мы вас не видели, мы там, ну, просто... Ну, в Гугле набили, нашли бизнес в Америке, как построить. Мы думали, вообще не существует больше ничего. Их можно понять, они не стали вникать в тему. А те, кто именно вник в тему, им вдвойне должно быть обидно, если они выбирают неправильно. Просто думайте головой, выбирайте те, кто уже что-то дал. Кто уже долго, кто уже что-то дает. Просто так. Вот. А кто просто обещает вам за деньги что-то дать, какая вероятность того, что он что-то вообще может дать? Если он бесплатно или платно, он... Какая разница, Тема? Вот. Вот я к этому так отношусь. И все, что продается за деньги, чаще всего хуже, чем то, что дается бесплатно. Вот. Это мой опыт личный, Тема. Вот. То, что есть мотивация, 5-10, то да, конечно. Но то, что мы вот сейчас на данный момент продаем, по крайней мере, я лично, за себя могу только сказать, я продаю только время. Я не продаю информацию какую-то особенную. Вот. Как у вас происходит, то есть это вы можете за себя сказать. Вот, у меня просто только стоит мое время, которое мне придется в любом случае сжечь на это, потратить. Вот, и оно будет с увеличением знания, роста знания, оно будет просто дорожать. А чтобы я меньше времени тратил, и такие, как я, естественно, будут все это автоматизировать постоянно. Ну, то есть уменьшается момент вот этого времени, траты времени, то есть больше-больше видосов, лучше, красивее, там, более отформатировано и так далее. Будет всем счастье, и будем работать с 10 коучерами, вот, и с минимальным количеством общения. Потому что видео, что, его один раз записал, потратил определенное время, и ты уже более свободен. Все. Понимаешь, в арбитраже и дропшипе так не очень работает, потому что Амазон настолько динамичная штука, что то, что работало месяц назад, уже через месяц может не работать. И почему мы на курсе делаем акцент именно на навыки, для того, чтобы люди учились копать и учились отслеживать эту информацию. Потому что, ну, можно же, да, создать лестницу и сказать, что, ну, вот так вот, либо дать вообще вилки, там, найти 10 вилок, раздать каждому, сказать, что вот тебе 10 вилок, продавай, у тебя там будет 10, 20, 30 продаж в день, вот тебе будет счастье. Будет ли счастье? Не будет. Потому что деньги имеют свойство заканчиваться, если вилки завтра прибьют, еще что-то произойдет, у человека не остается навыка. Важно, чтобы люди получали навык. И дроп и арбитраж — такие достаточно творческие вещи, где поле для экспериментов просто не паханое. И у нас все-таки акцент на приобретении навыков, на этих вот экспериментах, на том, чтобы развивать стратегическое мышление, на то, чтобы применять эти навыки не только на Амазоне, но и на других торговых площадках, и на акцент еще на то, что на Амазоне жизнь не заканчивается. Не в том плане, мы не учим торговать на других торговых площадках, но проговариваем о том, что всегда что-то может произойти, когда вдруг станет невозможно торговать на Амазоне.
И вот в этот момент не должно произойти караул-караул, то есть просто нужно взять свой багаж знаний и пойти. Да, вот это вот очень важно, очень важно. До сих пор я не то что очкую по этому поводу, я убил много времени на это, вот, но я однозначно хочу раскинуть вот эти вот знания, вот о чем ты сейчас говоришь, вопрос куда? То есть это внешний трафик, это начиная там с внешнего сайта, начиная там с того же eBay, ну какие другие маркетплейсы, может быть Walmart, может быть eBay, может быть сайт, может быть Kickstarter там и так далее, и так далее. Ну то есть что в голову первое приходит, это очень важно, но мы просто не доросли, я лично не дорос. Я лично туда рвусь постепенно просто, надо здесь закрепиться, вот, то есть, а для того, чтобы там закрепиться, просто давайте искать людей. Вот ко мне на днях человек обратился, они специалисты там в своих делах, там, грубо говоря. И эти вещи, которые, в чем он специалист, со временем сработаемся, я его консультирую, буду по привату, и надеюсь, потихонечку также сработаемся вот его направление. То есть это все связано с внешним трафиком, опять же. Начиная с грамотного сайта, правильного, вот, выстроенного, и правильного продвижения. Хотя бы, пускай, ладно, без этих блогеров несчастных, которых надо знать тематику, там, с ними, блин, ну, там... Ну, почему они несчастные? Ну, потому что если я вот сейчас себе там в баню ищу котел, я забил, там, я не знаю, котел для сауны, нашел трех блогеров, им написал, я понимаю схему, но я не понимаю, как в Америке, их там 500, может, этих блогеров, с каждым переписываться, общаться, я... Это сколько же мне товар-то запускать? Это я у тебя, кстати, видосы ты мне тогда скидывала. У вас на первой встрече, когда человек рассказывал про душевые лейки, которые он тестировал, собирался... У него возвраты пошли после первого месяца. Меня просто это убило, когда он сказал, что я теперь буду 3 месяца. Да я товар только зацепил. Чем быстрее я его запущу, тем больше шанс, что я успею получить то, что я планирую. Я запускаю. Я считаю, вообще высший пилотаж запускает там товар. Вот ты нашел за месяц, чтобы он уже до Амазона дошел, уже в продажу поступил, уже какие-то результаты получил. А человек тестировать, собирается 3 месяца. Я его могу понять, но это не бизнес. Это уже, знаешь, какое-то извращение. Я с тобой все-таки не соглашусь, потому что у Леши очень хорошие результаты. Да, мне, я поняла, мне без разницы. Мне вообще без разницы. Это была первая встреча Днепропетровской. Это, да, это не имеет есть значения. Есть разный подход к Pain. Смотри, ты запускаешь быстро товары, а я знаю людей, не знаю, почему они сконцентрированы в Днепропетровске, у которых несколько иные амбиции. То есть люди хотят выстроить мировой бренд, чтобы бренд был узнаваем. Пускай, я их понимаю абсолютно. Это именно амбиции. У них сколько? Здесь, у них классные, подожди. Выстроенные бизнесы. У них сколько денег, чтобы вот этим, чем они занимаются? Сколько они вкладывают, собирают? Там все в порядке. То есть там, то есть они на старте готовы там больше сотен, тысяч долларов. То есть они готовы на тесте, вот это вот о чем они говорят, о лейках. Больше сотен тысяч долларов они готовы вложить, да? Или это просто... То есть я вкладываю... У них не было потери в сотни тысяч долларов. Нет, причем потери. Они готовы вложить. То есть у них просто есть свободный капитал, и там сотка. Я, например, вкладываю быстро. Десятками тысяч долларов. То есть, ну пускай они со мной побьются, готовясь полгода к этому. Разговоров можно, понимаешь, разговаривать из пустого в порожню, съездить на этот форум и наслушаться америкосов, которые 5 лет назад запустили товар без конкуренции вообще. И об этом разговаривать я хочу. Да я тоже хочу. Я что, думаешь, не хочу, что? Хочу. Только я рассуждаю простого. Я вот сначала намою капусту и на том, что есть, на простом. И эти же лейки запущу. Я слетаю в Китай, найду производителя, который делает нормальные лейки. Я не буду 3 месяца мыться под ней всей семьей. Я просто езжу в Китай и найду нормальную фабрику. Которые там, я не знаю, машины же их, есть специальные же полигоны, на которых там ездят, а не надо ее купить и на ней ездить эти 100 тысяч километров. А можно на полигоне проехать 10 тысяч, а будет это как 100, ну или там 3, как. Вот, подход разный. Но можно демагогией заниматься, а можно дело делать. А если мы говорим исключительно о том, что выстраивание бренда, мне вот это, я со многим вот это разговаривал уже, про эти выстраивания бренда. Ну, что-то я брендов не вижу, ё-моё. Я вижу фуфло. Ну почему? Посмотри Назара Дрони, который запускается через Kickstarter. Не, ну Kickstarter это Kickstarter, это вообще другая. Мы говорим про Amazon. Ну, так, подожди, скажите мне на Амазоне. Опять же, это отойти от ситуации и помыслить по-другому. Ну ладно, хорошо. Бренд он запустил, он у него бренд. Я зашел ситуацию, посмотрел по-другому. Хорошо. По-другому увидел запуск. Давай. Нет, это длинный запуск. Я не спорю. Ты сконцентрируй эту линию подводить. Да, классно. Ты скандинавно, просто меня вот это зацепило, я просто говорю, это
Вот с людьми хочется пообщаться. Конечно, мы сейчас через фильтр, это так нечестно и неправильно. Но я тоже это заочно видел, из-за этого я сказать тоже ничего не мог. Вот, из-за этого я говорю, вот эти разговоры про бренды, это красиво заученные книжки, и только я брендов не вижу. Покажите мне бренды, я скажу, да, научи. Слушай, я вижу бренды. Ну, бренды, они сколько стоят? Я знаю всего два. В эквивалентах сколько они стоят? Сколько они стоят? Это бренды что такое? У меня тоже бренды, они торговые марки зарегистрированы. Бренды – это когда они стоят, сама вот эта вот надпись чего-то стоит. Вот это бренд. Она у них стоит чего-нибудь? И кто-нибудь знает вообще эти бренды? Я думаю, что да. То есть они, сколько они запускали? Они уже продаются по всему миру. Ну, выставлены, когда они их запускали? Вот это именно вот в эти за этот год, что ли? И уже по всему миру знают? Нет, они запускались лет 5 назад. Так они и про Амазон-то ничего не знали. Так об этом. Ты вообще другие вещи говоришь, ё-моё. Это вообще другая вещь. Я говорю про год. Я говорю, вот человек, чувак, разговаривал полгода назад об этом, о брендах, ё-моё. Вот я о чем говорю, об Амазоне мы информацию. Так, может, у них огромные компании, которые это умеют. Я что-то не встречаю людей, которые что-то умеют. 5 лет назад, ну да, ё-моё, тут сейчас Kickstarter я тебя накручу, там с одной Беларуси, там человек 10 уже запустились, уже давно там в Силиконовой долине живут, ё-моё, и работают. У меня даже в Саратове есть чуваки, уехали туда и запустили бренды на этом. Продают даже не на Амазоне, а продают именно во всем мире, но на Амазоне дропперы его, их бренды продают. И что дальше-то? Ну, история, знаешь, там, историю умалчивает, каким это образом. Если есть технологии этого запуска, у меня вот есть товарищ, вот он в группе пишет там про свои эти качалки Kickstarter. Вот единственный человек, с которым я общался, который запускает на Kickstarter. У него есть свои плюсы, свои минусы, свой жизненный опыт. Вот, и мы туда идем, И я, знаешь, как иду? Я на Амазоне тестирую. Я смотрю, эта ниша мне нравится, она прикольная. Тут капуста есть, тут деньги есть, тут можно зарабатывать. Хорошая маржа. Есть свой опыт, есть свои представления. А почему бы не сделать патент? Патент сделал. А почему бы с другой стороны не сделать другую модель уже через Kickstarter? Я от этого иду. А не сижу, знаешь, на этом, на коленке, сел семечки, грызуемо. Сейчас я бренд построю. На Амазоне продаю на 5 штук, не, на 10 в месяц. Люди уже там за 3 месяца там на сотку продают, а я на 10 продаю. Уже год. Я сейчас бренд буду строить. Вот этого я не хочу. Я с такими в основном разговариваю. У тебя другой, может, опыт? Может быть. Но 5-летний опыт, слушай, когда... У меня пока нет опыта. У меня есть планы. Возможно, вот через год мы соберемся, нам будет о чем поговорить. У меня же будет свой опыт в плане там построение бренда и так далее. Пока я как хорошо. Бы... Я просто... Меня каждый раз прям трясет. Меня трясет, когда про бренды начинают разговаривать. Бренды. Что такое бренды? Это как торговая марка. Торговая марка – это взял, тьфу, поэтому налепил. Поэтому надо заниматься онлайн-арбитражом. А я занимаюсь, вот ты говоришь, онлайн-арбитраж для меня – это оптовая торговля. И какой здесь креатив? Нет, я вообще никак не... Я никак не в это, не въеду. Я не пойму никак. Я все время оптовой торговлей занимался. Оптовая торговля – это чуть-чуть сервиса, 10%, 15% может быть, и 85% цена. Все. Всем оптовикам нужна цена. И мы здесь разговаривали чисто о цене. Вот мы заходим в этот магазин, и мы расстраиваемся, что на Амазоне цена дешевле, чем цена на вот в этом, так скажем, оптовом сайте, я не знаю, как это называется, там, Hot Sale и так далее. Вот, приват, слушай, это ну, чистое. Слушай, точно так же происходит. Но... Я смотрю вот по выкупам, то, что люди предлагают там товары и так далее. То есть я прекрасно знаю, почему эти товары в Китае. Даже если на 1688 искать, потому что у моих друзей есть фирма в Гонконге, есть менеджеры китайские, я прекрасно знаю, почему эти товары в себестоимости. То есть и когда я вижу, люди берут товар по $4, у них выходит себестоимость, они потом на Амазоне его продают там по 10, по $12, ну, блин, нахрена мне такой пейл? Нет, это понятно, то, что... Дело не в FPL, FPL – это как раз творчество, как ты мне говорил, что ты покер. Это вот покер с, покер с ограничением и покер без ограничения. Вот покер с ограничением, когда математика чисто работает, вот это как раз, это, ну, дроп не знаю, но онлайн-арбитраж… Как раз в покере no limit нужна больше математики, чем в pot limit, либо в limit покер. Нет, нет, безлимитный покер – это больше психологии. Сейчас кто-то не уснет, надо все будиться, блин. Возбудиться. Но у нас горячая встреча, ё-моё. То есть я не могу это сама. То есть я из-за этого, я говорю, ну,
Я говорю, как я есть. Понял. Мне на самом деле, извини, мне кажется, вы, кстати, очень прикольную тему ты затронул. Это, и, может быть, даже тема следующего лайва. Это вот творчество и что есть на самом деле бренд. Потому что, честно говоря, я давно вот всем рассказываю, ну так, не сильно открыто, но тем не менее. Вот, что все-таки то, чему сейчас обучают и называют private label, это какой-то... Это арбитраж в извращенном виде. Какое-то формашлепство, я не знаю. Просто на шлепки... Ну да, так и есть, абсолютно. Торговая марка, это называется торговая марка, ТМ. Приват лейбл, вот, торговая марка, все. А вот поговорить конкретно вот от твоей точки зрения именно по созданию бренда, о линейке продуктов, о именно стоимости вот названия самого, вот ты сказал, вот этой этикетки. Вот об этом действительно на самом деле интересно, и на самом я бы с удовольствием принял участие вот в таком разговоре. Давайте вот, самое. Нам еще специалисты вот этих вот пригласить, которые сами вот этими разработкой бренда. Потому что можно сказать, что это маркетологи разрабатывают, проверяют, тест-группы там и все остальное. Вопрос не в этом же. Здесь же в основном и к вам на обучение кто приходит? Люди с миллионом долларов на вложение на старте? Нет. 5 тысяч. 10. Из этого исходим. Все мои тактики продвижения и всего остального, они эконом-вариант. Они не... А построение бренда, это ты заведомо большие деньги вкладываешь в идею. Пускай это там, я не знаю, какой-то новый проект, какой-то старый проект, который уже давно работает, но его надо на новый уровень вывести. И так далее, и так далее. Здесь совсем другие вложения. Вот. Слушай, ну, всегда про стиль жизни. Всегда. В любой 8 общеизвестный мировой бренд, так. Это, ну, если не всегда, то в 90% случаев это связано как-то со стилем жизни. Но нет, никак не нет, связано. Сейчас ты мне какие-то книжки прям рассказываешь, знаешь, ты прям какие-то эти... Прям... Да, зачем тебе книжки? Ну, возьми, ну, нет, давай, ну... первое, что приходит на ум, там, Кока-Кола. Нет, стиль мы жизни, сейчас не об этом говорим. Я, ну и все, стиль жизни, я не знаю. Я не об этом говорю, я говорю именно о данной ситуации, данности. Амазон. Мы вот здесь тусуемся... Вот я скоро 2 года, то есть самый-самый первый из тех вот из этого мейнстрима, так скажем, основной толпы, это примерно вот 2 года. От 2 года и меньше, соответственно. То есть там 2,5 кто-то начал там, я не знаю, летом, там, грубо говоря, там, в первой там группе там или еще что-то, я не знаю. Ну, по большому счету 2 года. Вот я не говорю, кто... И когда разговор именно о элементарных вещах, вот как раз, Саша говорит, торговая марка, там, бренд, об этом я говорю, именно о формашлепстве как раз. Что торговую марку приравнивают к бренду, а потом себя еще накручивают, что еще и бренд они собирают строить. Я из-за этого говорю, сколько денег есть, какие знания для этого есть. Для того, чтобы... Я товары не могу быстро запускать. Для того, чтобы развить бренд, нужно придумать к нему концепцию. Концепция должна заключаться это в том, что... Это сколько времени денег надо, сколько времени денег-то надо на это. Мы сюда пришли на данный момент, основная масса, зарабатывать. Ты хоть одного напиши. Вот ты курс сделай, главную цель, например, по обучению, по строению бренда. Да здесь будет 0 людей, ё-моё. Все пришли, 5 вложил, 5 получил в месяц. Когда он начнет зарабатывать с излишками, он начнет думать о своих там сохранении капиталов, налогообложения. Когда у него еще больше денег будет, он будет думать, как же ему расширить. Вот у меня проблема сейчас. Масштабировать. Я не успеваю. Вот люди мне говорят, как найти товар, как найти товар, как найти товар. Я им это объясняю, показываю. Но до некоторых доходит, до некоторых нет. И я тебе могу сейчас сказать, я реально могу запускать минимум 1-2 товара в месяц. И я не успеваю. Не успеваю даже не то, что запускать. Большой проблем нет запускать. Уже отлажено. Я не успеваю их продвигать, задвигать. Потому что есть ограничения ресурсы по выкупам, по разным. И не важно, что товар абсолютно такой же, как конкурентов. Что-то такое. Но еще раз говорю, когда ты абсолютно такой же товар продаешь, как и у других, и он у тебя продается, начинаешь его улучшать. Сначала элементарно, потом так. То есть просто идешь от самого низа до самого верха. Сначала наклейка справа, потом наклейка слева. Да, сначала наклейка справа, потом слева. Кто-то так идет. Кто-то идет, соответственно, совсем по-другому. На самом деле это не смешно. На самом деле очень многие идут совсем по-другому. Но они не называют это брендом. Они не говорят, что они будут 3 месяца тестировать. Разрабатывать какую-то стратегию. Блин, а на что жить-то, ё-моё? А люди делают, работают, зарабатывают сейчас, заработанные деньги вкладывают в новую модель. Новая модель изменяется сначала так, новая модель выпускает, сразу патент получает, хотя бы на дизайн,
потом начинает уже думать это, и уже дальше там промышленный дизайнер, и пусть, то есть нормальная цепочка, которая всем выстраивается у людей, которые никогда этим не занимались. Они не сидели в компаниях и там носу ковыряли и разрабатывали рекламу какому-то крутому бренду там. И вот он знает, как делать бренд. Ты все правильно говоришь. Большие вещи, они делаются маленькими ну шишками. Ну да, мы идем постепенно. И... Просто я и не люблю вот эти разговоры о очень серьезных вещах. Очень серьезных вещах. А на заваленке. Мы. Просто посидели там, в носу ковыряли ее. Видишь, все. Как тебя Леша зацепил? Это когда была это непростая встреча? Так я сколько помню, у меня копилось, сколько это. Представляешь? Так это реально для меня. А это реально для меня важно. Это же очень давно было. А ты до сих пор помнишь, до сих пор это в себе носишь. Вы не поверите, мне в личку это ставки уже делают. Кто кого. Алена или Денис. Ну, на самом деле, не спорим, потому что я не знаю, ну, как бы... Я очень далека вообще от этой темы. Я вообще не в обиду никому. То есть это я исключительно говорю за себя, потому что... Я так чуть-чуть Лёшу просто защищаю, потому что... Да и не надо никого защищать. Я уверен, что он делает нормально и правильно. Просто я из того контекста, что слышал, просто говорю. И я не конкретно к нему вообще в огород, а конкретно именно... В общем, в принципе, вот эта ситуация, просто мы как-то раз получилось, хоп, опять что-то... Ладно, 2 часа отбомбили. А нет, 1.5, кстати, я за это такой живой еще. Мы же половину начали. Саша, скажи финальные аккорды, давайте спать. Да. Я на самом деле был... Я получил много удовольствия от общения с вами, на самом деле. Спасибо ребятам всем за вопросы, что нашли столько времени послушать это в реал-тайме, а не потом в записи. Вот. Спасибо тебе, Денис, за интересные мысли. Алена, тебе спасибо, что сегодня такая красивая. Вот. Ребятам спасибо за комментарий, и я все-таки надеюсь, что вот следующий какой-то из лайвов мы сможем продолжить вот тему обсуждения брендов. На самом деле тема в целом довольно-таки интересная. Вот. Ну а все вопросы там по тем тематикам, которые, по тем вопросам и по темам, которые мы сегодня обсуждали, конечно, не стесняйтесь задавать там, в личку мне или Лене. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Денис, спасибо. Да, вам спасибо. Я с удовольствием, честно могу сказать, такие лайвы больше проводил живых. Те лайвы, которые, если честно, которые я провожу ответы, как это сказать, что у меня там? Вопрос-ответ, это те лайвы, когда никто не пришел. Вот. Ну, это реально так. Я просто тупо дыры затыкаю. Вот. Потому что мне некогда организовывать все это. Я не... Очень редко кого-то приглашаю, ну, очень редко, там прям, я не знаю, на пальцах одной руки, наверное, хватит. Вот, из-за этого я с удовольствием приглашаю всех, пишите, будем это самое, общаться, то есть предлагать, какие есть темы, на любые там, все что угодно. Вот, и маркетинг тут, ё-моё, и IT, я не знаю, тем, каких можно, просто диалог там, в этом отношении, думаю, многим будет полезен. А если это будет... связано с нашей тематикой, ну, естественно, чтобы было связано с нашей тематикой, которую можно применить на практическом действии. То есть очень важно, сегодня у нас бестолковый разговор был, практики никакой. Это факт. Вот. Так мы так и писали, за жизнь. Да, таких лайвов, конечно, это кудряво, боюсь, народ больше приходить не будет. Если мы еще таких 2-3 лайва подряд сделаем, опять упадет до 30 человек, случайно зашедших. Вот, так что, конечно... Половину надо хотя бы дать такой информации, каких-то, я не знаю, как у грамотных маркетологов там есть, а вот в конце лайва будет... Кстати, вы что там обещали, в конце будет, по-моему, не? Саш? Не знаю, уже столько времени... Я уже не помню просто. А в конце что? В конце что-то будет, не? Или у меня уже это с другой серии? Не знаю. Не знаю, ничего вроде бы не обещали, слушай, мы... Вот, то есть какую-то действительно такую вот вещь, может быть, чтобы полезно это было, это тоже классно. То есть вот я говорю, сегодня ответов на вопросы не было, в принципе, можно просто больше уделить вопросов-ответов, именно там дроп, там онлайн. Слушай, там, ну, на самом деле, если у людей есть вопросы, они могут написать либо тебе, либо мне, либо Саше в личку, и мы можем собраться просто и чисто сделать технический лайв, ответить на все вопросы, которые зададут, вот и все. Все отлично, все, я понял, да, нормальная тема, пишите. Что у нас там? Понедельник. Понедельник планируется по Амза Скауту программе обзор. Если кому интересно, вот там, не знаю, получится, не получится, как это все будет выглядеть.
по программе все это расскажут. У нас как бы я работаю с Амзоскопом. Вот. Амзоскаут, оказывается, тоже наша программа. В жизни не знал, честно могу сказать. Даже в голову нет самое. Потому что в SalesCab, я так понимаю, ее все юзают. Вот, я ее не использую, мне там несколько моментов не устраивает. Но вот на меня вышли вот эти ребята, кто занимается разработкой, то есть вообще все... все Александр, я с ним с самого начала разговаривал. Вот. Я тогда еще начал да, его расспрашивать, а не будет сливать он себе в базу все результаты, а потом продебажил скрипт и понял, что таки да, сливает. Вот, а в любом случае все программы до одной сливают, не переживай. Вот всем, чем мы пользуемся, Scope, Amzavan и все, вообще вот все вот это вот все, что вокруг творится везде, коучи, вот ну я вот, мне люди приходят с товарами, да, я там 99%, там 90 знаю, 10 я не знаю, в любом случае. И в любом случае я их не взяв их себе, они в любом случае в каком-то виде в голове откладываются, это невозможно. Программы в любом случае юзают все остальное. Особенно программы, связанные там с, ну вот, предположим, сейчас вот о чем ты сейчас сказал, насколько это непопулярная программа, а какая-нибудь программа PPC-Scope, например, которая рекламу фигачит, и которая там что-то забил только. Самый классный ОКОС, чтобы ОКОС был и продажи нормальные. Все, вообще все видать. Все ключи видать, через которые продаются. Просто мы им даем такую базу, бери, запускай, не хочу. Просто бери оттуда ключи, заноси и продавай, все. То есть, если так сильно загоняться, я к тебе к примеру просто говорю. То, что PPC нет, покажет, понятно, PPC да. покажет я все вообще, PPC я как, покажет я как айтишник вначале тоже думал о таком одном-втором сервисе, что даже некоторые позиции я бы в поиске для широкой публики даже и не выдавал. Ну вот там, мы все начали там с Jungle Scout, все просто некоторые вещи бы даже не показывал, я бы для себя бы использовал. Ну вот и тебе за это говорю. Ну, то есть, конечно. Я считаю. Больше немножко, но бизнес есть бизнес. Да, больше всего нас парсит. Самые крутые, кто парсит, это вот именно PPC-шники, то есть PPC-скоп, вот эти крупные программы. Почему? Объясняю. Потому что там все ключи. Вот и все. Ну да. Никаких. Ну, логично, в принципе. Да. Ну ладно, все, на связи тогда. Всем удачи. Всем пока. Все, спасибо. Все, пока.